там урон по тебе иногда проходит, когда ты бьешь, типа. И ты можешь умереть, когда на эта фаза, когда тебе хп нет. Еще час будем дело убивать, блядь. Я угораю. Не, можно попробовать как-то, но это надо с инвизом. А, знаешь, что сделать? Купить Нейверу это зелье простой невидимости, блядь, чтобы он локом пробежал. Да в инвизе пробежать, в инвизе пробежать. Там пауки душные, пиздец, блядь. Там проще вот этих могу зафармить. Нет, так мы можем туда отсмотреть или побежать сразу по второму этажу. Быстрее. Подожди-ка, кому нужна голова на шамана здесь? Мне. Мне вот только голова нужна. Вапен тебе нужен? И вапен, да. Ну, тогда нет, это я не буду, наверное, хоть это. Мне вот надо топор по-любому в правую руку, блядь, в левую, поубивал с десятки, с двадцатки, блядь. Надо срочно на друида кровавой, на кота, да? Я запустил уже, но вот, все нормально. Ну, сейчас зайду. Блин, у меня второго самого медведя бы. Ну, тогда... Где-то... А вы минуты... хулипал какой-то пойдет? Вы хулипал на меня? Ну, кто-то пойдет? Ну, после... у меня просто хулипал тоже есть. Мне просто жук нужен на хулике. Анубик. Да, ноги пойдем, наверное. Зачем? Мне ноги нужны оттуда. У меня тканевые с меткостью на хулипау, ну такое себе уж. Смысл нормально, чтобы жага не промахнулась. Ну, не. Туда не нужна меткость. А на джагу нужна? На джагу нужна. Вот скажи, что не нужна. Я тебя буду суждать. И пуху бы с ласта тоже. Мне кажется, если... Ты босса хилишь. Если в этот момент будет эрлить Бьорн, он просто сломает тебе все. Бьорна нету, вообще будет расслабуха полная. Вообще, да, с Донтом вообще вот такой кайф. Ну, он типа эрлили так нежно. Но не тот момент, когда он... Милый. У Донта бывает, он просто эрлит, бац, и Донт закончился просто в момент. Ну что за хуйня? Ну что за хуйня? Да-да-да. Типа, ну что за хуйня? То есть, если я буду дальше релить, я буду всем просто лететь убить ГПшку. Я не хочу это делать. Да когда мы, блядь, на Тореме третий раз подряд... Нет, третью неделю подряд вайпаемся каждое КД. Конечно, у меня горит уже. Потому что люди просто не могут стоять на своей метке и убегать. Бля, я не знаю... Я просто другого не понимаю, типа, что типа в ЦЛК там РЛ-то, что там вообще делать, я не пойму, это же просто манекены вокруг. Синдра 25 хм, вообще забей просто. Ну, она несложная. Там она несложная, только леди присложная. Ну, вы уже говорите, а на профессоре как народ разбегается хрентами. Да, и как заливает слизь эту. Да. Просто, да, просто... Ну да, там, я не знаю, можно на жопу по клавиатуре бегать за любого персонажа, и что ты пройдешь целка. Это забей вообще будет, это будет долго. Ладно, фиг с ним DDR додайте. Кто у меня так долго загружается? Загружайся быстрее, не люблю, уважаю. Быстрее. Мне кажется, самая большая проблема это проф. Это леди в хэме будет. Да, ну, и типа... лич, собственно, сам. Да, леди хэми лич все проф. Ну, лич вообще, типа, ну, проф, типа, проф будет из-за того, что... Пожалуйста, всем одну кучу, блядь, вот это пиздец, это тактика, блядь. Не, типа, всегда проблемы были на профе чисто из-за цифр. О, все, нормально, запускается. Запускайся быстрее.
Ну, не только из-за цифры, еще из-за того, как они будут, как свитчиться. Нет, их бегать, свитчиться, да, тут очень много в цифры упирается, но, типа, люди, вот когда... Там же от Обамы очень сильно зависит. Ну... Как не отыгрывать. Ну, там же вообще изи. Там же ничего трудного, стоишь класс. Там просто первую пьешь, не допиваешь, ну, в смысле, первую выпил, там же подвигается. Да, одну выпил, вторую не допил. Новые две появилось, первую, ну, закончил пить, ну, все. Как у него вылетает, да? И в слизня плевок кидать надо. А плевок ты сможешь в него кинуть, но во всех слизней, только если ты не будешь допивать уже. Вот все. А, кстати, кто-то знает, а вот магу, когда посох делаешь, надо в этом лобами сидеть? Ну, да, вот это да, у меня был, что я взял вот, на сосать душ, а потом да, забил. А что, мне кажется, на ШПшника вообще этот посох имбовый. Что, я уже... О! Ну, дреща был, наверное. Открывается, ура! Ну, сказал, ну, кто-то говорил, что он там 500 ДПС дает. Это да, да, слушай, я первое делом, я на этой неделе делал, ну, заказываю двери, потом заказываю кухню, и после кухни, сразу же покупаю себе ноут новый. Слишком гиперактивный. Зачем тебе ноут? Купи комп, проще будет. Да нет, если я куплю просто нормальный ноут и все. Да этому ноуту просто десятка уже лет. Он уже так у тебя комп будет либо круче, либо дешевле. Бери средненький комп, зачем тебе мощь? Да зачем мне, ну, типа, зачем мне комп? За сколько ты ноут хочешь брать по деньгам, окей? Ну, за 40, ну, более чем. Вот! Да. Это неплохо. Нет, я просто есть одна проблема, у меня в момент вов заебет. То есть как он меня заебал на X4, на X1, как он меня заебал на X2. Ну, конечно, как ты играешь, блядь, на 70 персонажа, ты же заебет. Я тоже чуть не сорвался, блядь. По весне же, когда Саша ушел, оставил на меня, блин, два ульдуара с кучами допроносов, еще у меня было две десятки, и эти островы вышли, и, конечно, я перегорел тогда. Ушел на 3 недели и вернулся. Да вот. Я тоже неделю надо уехать, потому что, блядь, я понял, что все пизда, если я останусь, то мне психика сорвется, блядь. Да-да-да, я там футбол, в баскетбол играл на площадке, нормально книжки читал, фильмы смотрел днем, вообще шикарная жизнь была. Я просто нахуярился 2 недели подряд. Я на 2,5 месяца уходил. Зоргел каш. Ну, мне крыша все приехали с Питера. 20% осталось загрузки, типа этого, полосочки. Блять, ебануты нахуй рекламщики, блять, рекламу, которую я сказал, опубликуйте, ладно, уже хуй с ним завтра. Ну, типа, что-то заключило на сервере. Они опубликовали сейчас, конечно, блять, в 21, блять. Дебилы, блять, вообще пиздец, блять, еще понимаю, про что ты говоришь, нахуй. Да я, типа, рекламу, типа, ну, у нас же, типа, Донецк, это ж помойка совсем, типа, вот маленький город, где нихуя. Вот, и там, типа, типа ресурсов, это типа почтальон Печкин, который тебе газету кидает в лицо, и подслушано ВКонтакте. Все. Типа больше ничего нет, у них новости, ну, нигде никак. Вот. Ну и, соответственно, чтобы там что-то, какую-то рекламу дать, ты, соответственно, только через подслушку работаешь. Вот. А там, ну, как бы админ, как бы, ну, в целом IQ не совсем хлебушек. Ну, блядь, там есть все часы активности, окей. Да, да, да. Она на какой-то хер мне в 21, сколько получится, 21.11 разместила рекламу, типа, мы ищем сотрудников, все как пидорас наберет, блядь, с 12 ночи. Я охуею от жизни. Ну да ладно. Так, я уже поднимаюсь. Я поднимаюсь по лестнице. Отлично, давай. У меня 4 минуты фласки, я не хочу новую пить. Я тебе свою дал. Я перепил, пиздец. Мне сова дала СПД-шную фласку, я могу тебе дать ее. Нормально. Буду кайлами бить больше. Кстати, идеально. Новая мета. Он не скейлится через магию. СПД, АДХ. Плевать. Ой, я помню на этом, на цирке,
как-то был такой баг, что ДКшки скейлились дотки через СПДшку. Вообще вся магия. И все сакетились, но там как раз играли через СПД ДКшку. Пиздец, конечно. Ладно, так. Давайте, готовность. СС кому? Бафни каску заново. Каску или бафни. Давай, наверное, на Лакриму. Или Войта. Мне кажется, Войта уроним. Исполин, не отбегать. 5, 4, кому? 3, 2, 1. Да-да-да. Я тоже тебе сделал такой макро, смотри. Только у меня не далеко поставил. Все нормально. Блять, пробел нажал, сраный случай. А смотри, я пробел нажимаю, мне ничего не происходит. Как тебе такое? Илон Маск. Бля, сова что делает? Че делаем? Всех передамаживает. Ну, мне просто прокнуло, сейчас не прокает ничего. Ну все, если больше не дамажишь, нормально. Почему? Только начал. Сейчас кто умрет? Ладно, никто не умер. Слышь, вовбро, я тебя осуждаю, ты чё так мало даёшь ДПС? Ты смотри на эти вот, на небо. Я мамка этого, ладно. Мамка метеоритов. У меня криты. Уже так 5 не кританул подряд. А почему мне так мало этот лог даёт? Вот это Т9, Т9 говно ебаное. Зачем я его взял, не понимаю. Фу, нужно спекнуться, какой-нибудь спек более интересный. Спекнуть в демона. Правда. Что-то интересное, ок. А, по-моему, летит кто-то уебищно, возможно, даже вас. Да, вас, правее продвигайтесь. Чуть-чуть стой, правее. Стой, нормально, нормально, стоим. Вот здесь просто дамажим. В ногу дамажим. Будьте осторожны, ребят. Просто если передвинуться, нам бегать некуда будет. Ну ладно, согласен. Я просто очканул, мне не очень понятно. Вот видишь, демона нету, я не топ-1. У тебя ЛМ есть. Нет, мне нужен еще долг. Так тебя исполин передамажит, какая разница. Ой, по-моему, в нас летит, ребят, нам борода, все, вливаем, минус FF. Правее, упираемся туда, в стену упираемся. Ну, чуть-чуть. Клетка, да. Хорошо, причем за. Давайте уйдем отсюда, на всякий случай. Да, назад куда-нибудь туда. Сейчас посмотрим, куда полетит. Если... Подожди. Не-не-не, стоим, ждем. Если да, если полетит в нашу сторону, то мы сразу уходим через РДДшников на другую сторону. Как-то ты придумал, очень сложно. Слушайте, давайте до конца играть, чем мы на мужика. Сейчас есть лайпаться. Она закрыла. Право передвигаемся. Давайте. Понятно. Сюда. Кто-то умер. Это сейчас еще один упадет. Прямо за нами. Я исполина БРну. Мне кажется, не надо БРить. Да, давай, да, нормально. Надо дамажить надо. Давай, сейчас под Герой нормально все будет. Давай, Инна, поехали. Лакрима, подними бобро. Достаешь до него? Все, супер. Каску ребафну. Давай, лапку тоже ребафну. РДшники, отойдите вот так вот, тут как лог стоит, чтобы у вас, не дай бог, не отлетело. Нормально летит. Сейчас сколько там процентов? 33. Че можно? Да. Не рано. Не рано еще, на 30. Кто это психанул? Айнан. Ой, Айнан. Ну, прямом бы свои триньки. Подгадал, жулик. Он в 30, да. Да, все мы знаем, что он под свои триньки все это сделал. У нас опять вовбро.
Ты как, зачем ты туда заходишь? Или как ты вообще умер? Дайте ман. Ну, меня... он думал, что я дам ему этот щиток. У меня КД. Подойди ближе к входу. Перебегай влево. РД. Вот сюда встали? Блять. Не, все, меня умер, выбивает здесь. Ой, там. Это мой косяк уже был. Вы достаете? Нет? Нет. Не достаете. А. Так, друид пробежал. Не умирайте, просто не умирайте. Глафил, что ты делаешь? Зачем? Так, опасно сделала. Я сейчас пробегу. Стоим, бьем, просто. Под кошкой в дубовой. Ты можешь через лево пройти. О, ладно, уже все. Не успел. И слева, да, пропал там? Да. Коридорчик выстрелился. А ну ты ебану закрыл. Кого? Ой, Невер. Слушай, ну ты серьезно, под спидами сегодня? Какими-то. А что? А, у нас БР. Кого-то БР на Львов Про. Слушай, Дон, перестань. Ну не, ну а что? Зачем ты повел людей, типа, через этот... А куда их было вести? Стоять на месте, ждать, но у нас танка не пробивает, смотри. Ах. Мы здесь без хила все это время стояли, типа, ну... Куда без хила? Лакрима к вам прибежала. Все. Давай подеремся. Давай. За гаражами в 5 часов. На ножах. Ну, конечно, утро. Бери с собой поребрик. Встречаемся у пара. Я верму, бля. Я бугор, а это моя брат. Победитель Ладно. Получает шавер. Давите, 800к. Так, Дон, давай тест на культурного человека. Поребрик или бордюр? Поребрик? Поребрик. Площадка. В нас летит прям. Молитесь, 2%, 200, я просто прожал зелень, не бью. Давай, сотня. Кинрок, а где этот кот? Я КД. Я ж сразу прожал как это. Дотки должны доесть, там мои. Хорош. Никакого. Блядь, Дон Терминатор, блядь. Дон Терминатор. Зелень незыблемости, вперед. Давай, Мехрес. Так, подожди, Дон, все-таки меня забрали. На хейс прожимает. Так что, Дон, поребрик или бордюр? Какой поребрик? Поребрик или бордюр? Опа. Опа. Ничего не упало. О, топор упал, отлично. Гафил, отказывайся, блядь, срочно. Ой, я покину тело зачем-то нажал, но я уже топор минанул. Так, теперь нужно что-то сделать с Локом, чтобы он дамажил и меня брали в рейды. Что сделать? Так он у тебя дамажит, 6 тысяч вроде дал. Да это ж говно совсем для Лока. Для столько, он в 205-м столько дает. Так, ну кто бошку-то забирает там? Ну, как минимум, можно камни вставить и зачариться. Хотя я, скорее всего, наверное, камни вставил, но, возможно, не зачаренный. Я пошла, всем пока. Давай, Лакрима, пока, хорошего тебе. Давай, спасибо. Да. У тебя какое-то нездоровое отношение с женщинами. Айнан Грейфер, блин. Айнан Голов собрал. Чё, Айнан Голов? Что-то заговорил Айнан, скажи еще раз. Дали бы рогалику. Ну, Голов Хилкин Рокки переролил. Да, мне на мэйдж. А, Голов Хилл переролил. Ну, 45 и 41. Что, Зорки, ты отжал? Предложил взятку? Позидон, ну, Айнан не отдал еще ничего. Айнан Войси? Айнан Войси.
Для дети был здоровье детей красивых. Ну, не в смысле в половом, это сексуально плане, аж утвердились. Сколько у тебя? Два куска у тебя? Да, вот перчи выпали и еще что. Вот, ты куда их домой? А ты да, нафиг хотел. Так этот, ну и у Горшева перчатки есть. И у обоих это твин. Что поэтому тут просто порову. А что упало? Какая голова? Подожди. Паладин, разбойник, шаман. А ты 4 у шамана, у рестора, это ж вообще борода. Конечно, там крутой это 4, у нас он ходит, нам хилы нужны. Так нам их нужно идти, да, или что? Да я что-то уже не хочу их. Ты такой душный. Господи, там их за 40 минут. Слушайте, ну это Невер, добирай тогда. Да, если я на маги пойду, лук. Раз на паре идет. А кто там еще ливнул? Вовбро, ты че, да, друг? А у меня ж КД на их. Ну, сними. Блять, с удовольствием. Было. Ты же этот, у тебя же там личный менеджер есть, вызови его, скажи, что это за херня. Я пришел, у меня КД. Где моя прига? Где мой тохтик и прига? Тортик? Тохтик. Так, у нас идеальный соло хилит все.